السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Muhammad Kabir Musa and I'm from Nigeria. أحمد حسن من مصر. من أزبط باشا بريتشنكو يا زوكرين. اسمي عمر السبايلي من الأردن. My name is Muhammad Awal from Ghana. اسمي ثائر أبو رضا من فلسطين. من عزيز أختم تركمانستان. من أبسط أمين من أذربيجان. magacaygu waa Ahmed Tahir Muumin Maxamed waxaan ahay Soomaali wa Ali Hiti min al-Iraq aqtar mukhtalifa ajnas mukhtalifa a'mar mukhtalifa lughat mukhtalifa walakin yajma'na din wahid wa huwa al-islam halaqa jadida min barnamaj aqna'ni wa hiya halaqa al-thaniyata 'ashar bi fadlillah unwanaha nashr al-islam wa ta'rif an-nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lil-gharb al-ghayr muslimin wa kama qala alladhi la yantaq 'an al-hawa بلغوا عني ولو آية. اليوم سنقوم بحملة بمساعدة بعض أخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات وبعض المسلمين الجدد الذين دخلوا الإسلام حديثا وهم وهن سوف يساعدونا إن شاء الله بنشر الإسلام. شوفي إزاي تقرأ أصلاً. تقرأ أصلاً يعني ما شاء الله. ما شاء الله. شوفي إزاي تقرأ بخمسين. Это Мухаммед Гасон Мурад и Хосов. Хорошо. Это ваш ангел, да? Спасибо. У вас тоже есть нам контакт. Вот здесь хадис, это арабский стоп. Это значит, что мы можем слова. Ислам – это последний хадис. Мухаммед – наш рух. Считается у нас последний хадис. Ислам является останней религией, и верить в единого Бога. Ислам – это последняя религия после христиан. Мы знаем, да, то, что он уже может с собой походить. Да, и наш пророк, пророк всего мира считается Мухаммед. Мы хотим рассказать, что ислам является последней религией, и действительно пророком ислама является Мухаммед, последним пророком после Иисуса Христа. Знаешь, что ислам – это последняя религия после христианства? Хорошо, дальше. И кто такой Мухаммед? Ну, хорошо, это можно сказать, если не знаете, я скажу, это Мухаммед последний пророк после Иисуса Христа. Здесь у нас наши адреса и контакты, а также пару слов про пророка Мухаммеда. I mean, we know Prophet Muhammad, of course. What do you know about him? If I'm allowed to say this, he's like the parallel to Jesus Christ also. Okay. He's the prophet. From this religion, yeah, from Islam. А что вы знаете про Мухаммед, про Ислам? Знаю, что есть несколько святых мест, которые отмечаются в исламе, вот, посещают, ну, скажем так, сторонники ислама посещают эти места, вот, и в некоторых местах, ну, совершал достаточно такие серьезные поступки Мухаммед, и каждый приверженный исламе старается попасть на эти места, чтобы, ну, чтобы совершить какой-то духовный поступок. Вы знаете о пророке Мухаммеде? Да. Что вы знаете о пророке Мухаммеде? Ну, немного. Я знаю, что он в вашей религии есть, почитается, но, к сожалению, много о нем не знаю. Ну,
Но мы хотим сказать, что ислам последняя религия, она идет после христианства, и пророк Мухаммед он идет после пророка Иисуса Христа. Вообще, это остальная религия была. Пророк Мухаммед был пророком после Иисуса Христа. Это остальный пророк. Про Мухаммеда, и вы знаете? Да, слушаю. Что вы знаете? Насколько я знаю, он был из знатной семьи. Да. Не знаю, это правильно или нет. Читал, но уже точно не помню. Знатной семьи, и, по-моему, он пробовал себя даже в военном деле, а потом ему было откровение, и он начал писать Коран. Он говорит о том, что ислам является последним единобожной религией. То есть это единобожие, да, то есть? أحب أن أذكر بأن كل شخص غير مسلم لم تصله رسالة الإسلام نحن المسلمون سوف نحاسب عليه يوم القيامة. إذا لا تجيد لغة البلد الذي تسكن فيها أو تدرس فيه ارتدي ملابس مكتوب أي شيء بسيط عن الإسلام مثل هؤلاء الرجال. أما بالنسبة للنساء فيا أختي العزيزة ارتدي فقط حجابك، هذا أقوى وأفضل في نشر الإسلام. وفي النهاية أحب أن أقول لكل شخص طالب البرنامج في اللغة الإنجليزية I just want to say for everyone who asked me to make video in English language please right now write on YouTube Ahmed Didat, Yusuf Estes, Barefoot Girl, Salah Al-Din or Dhakar Naib and I'm sure inshallah you will find everything you are looking for. If you would like to know why I don't make video in English language, contact me on Facebook and inshallah I will convince you. Thank you so much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.